Такой вот ножичек задарили. Экстрема рацио. Land Enforce модель это называется. Но я тут уже кое-что наворотил, конечно, сверху. Этот ремень прикрутил. Ножны исключительно дурацкие. Хоть и кожаные, но это сразу скажу, что китайская реплика. Ножны вот такие. Сам ножичек довольно интересный. Ближе к боевым клинкам такой конфигурации. Полуторная заточка. Здесь вот эта выточка сделана. Непонятно почему. Якобы для облегчения клинка. Оригинальный клинок из титанового сплава весит 190 грамм. Этот из сталюки, неизвестно какой, ближе к какой-то твердой нержавейке, весит 390 грамм. Это ему пошло лишь на пользу. В обухе у него 6 миллиметров. Что сразу мне не понравилось, это очень мягкая рукоятка из резины. То есть, с одной стороны, она, конечно, может быть и хорошо, удобно. С другой не очень. Стеклобой. Средством вот этих трех отверстий. Штык такой легко превращается в копье. С такой толщиной даже. Твердость стали не критична, хотя он тверже оригинального. Оригинальный 40 пар около декларируется. В комплекте, значит, идет вот такой мешочек. В мешочке всякая фигня. Нужная и не очень. Значит, сразу оторвал вот эту вот штуку. Приделал ее сюда, потому что она не столько фиксирует клинок в ножнах, сколько мешается. Вот. В работе еще опробован не было таким топором. Только дрова рубить. Либо в бою ломать ребра. Значит, вот что в комплекте. Ключ был один, второй я добавил. Точно такой же, потому что вот этот винт с гайкой. Вот такой катушечной конструкции. Одним ключом открутить невозможно. Приходится вторым фиксировать. Шестигранник. Скольки он тут? 4-миллиметровый. Точилка. Дешевого наждака, которая мало чего точит. Ножны кожаные. Довольно суровой такой кожи. Сделаны откровенно топорно. То есть от оригинальных ножен их отличает отсутствие практически всех удобных крепежных элементов. Тупо вешается на ремень. Вот такой ножичек. Состояние поставки не заточены. Заточка ближе к топору. Так что пришлось немножечко над ним поработать. Снес покрытие, пока швыркал неаккуратно. Ну и бог с ним. Покрытие в нем не важно. Важно толщина клинка. Конец фильма.